Владимир Молоткин – яркий представитель мастерской школы лаковой миниатюры. На основе древнерусского искусства художник создал свой уникальный стиль с необычными композициями и колоритными образами. Это вообще уникальный поселок. Единственный в стране, где до сегодняшнего дня сохранили 4 промысла. И есть у нас народные художники, заслуженные. Это просто уникально. И обязательно будем развивать мастеру и показывать ее стране. Указом президента России Владимиру Молоткину было присвоено звание народного художника России. Приятная миссия вручения заслуженному мастеру нагрудного знака и удостоверения выпала председателю областного парламента Ольге Хохловой. Мы очень рады. Нас поздравляем. Спасибо. У живописца трое сыновей – Денис, Николай и Даниил. Все 3 брата окончили мастерское художественно-промышленное училище и стали достойными продолжателями дела своего отца. Старший сын художника Денис говорит, признание заслуг его отца и звание народного художника России – знаковое событие и очень важное для всей семьи. Его работы, на мой взгляд, одни из лучших в мастерии. Сделано огромное количество работ, написано. То есть он был очень работоспособный всегда, папа. Создал огромное количество работ. Они разошлись по всему миру. Во многих музеях находятся. Владимиру Молоткину 79 лет. С 1977 года он является членом Союза художников России, а с 2006 – заслуженным художником. На протяжении всей своей жизни мастер принимал участие в отечественных и зарубежных выставках народного творчества. Ну, я только хочу сказать, что я лично, жена моя, дети, все работы. За последние 5 лет Владимир Молоткин создал 28 авторских работ. Ряд произведений отмечено дипломами Российской академии художеств. Ирина Начарова и Алена Кудряшова.